нахожусь в лесу, в районе своего двора. Там, где я зимой ловил щеглов и разных певчих птиц. Друзья, с гибридизацией ничего толком не вышло. Я хочу вам показать последствия того, что мы все дружно ловим диких птиц разных сетями, продаем их за шапку сухарей, тем самым наносим вред живой природе, потому что гусеницы просто атакуют лес. Гусеницы съедят лес, ну а потом съедят нас. Сейчас я вам покажу, ребятки. Может быть, давайте прекратим ловить диких птиц. Или хотя бы будем адекватно или здраво подходить к этому вопросу и будем хотя бы в период размножения не ловить, не продавать барыги. Особенно касается барыги. Уважаемые барыги, господа барыги, прекратите продавать птиц диких летом. Я вас прошу по-человечески. Всю ответственность беру на себя. Если вам не нравится обращение барыги, ну, не обессудьте. Сейчас я вам буду показывать, как гусеницы едят лес, потому что нету птиц, которые уничтожают гусениц. Друзья, пожалуйста, крупным планом. Вы видите, зеленые гусеницы ползут по дереву, и дерево просто усеяно. Вот они. Ну вот, что это? Это гусеница. Сейчас покажу вам листву. Посмотрите, видите, голые ветки, голые листья. И вот, кстати, сейчас видно хорошо гусениц, они ярко-зеленые, а дерево темное. Друзья, внимательно смотрите. Вот гусеницы ползут по дереву вверх и просто объедают все листья. И нам просто будет нечем дышать. Если не нам, то внукам нашим нечем будет дышать. Гусеницы все съедят. А те гусеницы, которые упали с дерева, вот они на траве, пожалуйста, они по траве поднимают. Тут много попадало. Вот они. Много. В общем, друзья, с пониманием отнеситесь и подумайте. Или задумайтесь. Вот они щеглы, смотрите, какие хорошенькие. Чижики, зяблики. По 100, по 150 рублей. А в какую цену щеглы у вас? 150. А, щеглы 150. Да, 150. Щеглы по 150. Синичка усатая 500 рублей, чечетка 500 рублей, дубонос 800 рублей, зеленушечка 100-150. Так, еще там в багажнике что-то есть, пойдемте посмотрим. Самочки безусые, видите, там видно в багажнике, и вот тут самцы. Вот они, самцы. И снегурочки, вот снегурочки. Снегурочки по 350, 400, 500, кто больше. Сейчас пойдем посмотрим. Ну вот эти по 300. Кто нашел, друзья? Снегири. Человек говорит, пара 500 рублей. Это получается снегирь 250. Правильно говорю, да? 250. Клёст какую цену? Клёст 1000. Один клёст 1000 рублей. Щегол 100 рублей, да? Щегол 50 был. А, щегол 50 рублей. Один остался, забрали. Щегло разобрали. Чечетки по 250. Чечетки 250. В общем, видите, друзья, рынок надо ходить, приценяться, торговаться. Вот тут есть. Тут, я так понял, дешевле. И прям красивые все вон какие. Ну, это остатки. А, это остатки, уже человек говорит. Ну, тем не менее. В общем, дальше. Спасибо за внимание. Идем дальше.